От югорчан ждут предложения, которые сделают жизнь в поселках и маленьких городах интереснее. Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс социокультурных проектов «Культурная мозаика малых городов и сел». Этой программе в этом году будет 5 лет. За это время благотворительный фонд поддержал более 300 инициатив в 65 регионах России. На эти цели потратили больше 160 миллионов рублей. Заявки будут приниматься до 4 марта, а победители конкурса определятся 15 мая. Отмечу, реализовать инициативы по программе нужно будет в течение июня 2020 года.